Ну вот самый подходящий момент для того, чтобы посмотреть повтор. Ну, действительно, Фабио Куинтрао здесь, именно коснувшись мяча рукой, помешал Маркелесу Саэди себя обыграть. Карим Бензема. Ой, какая передача. И 4-1. Красавец Карим Бензема. Ясное дело, что гол забивает Месут Озил. Но Карим Бензема пока главный претендент на звание лучшего игрока этой встречи. К двум забитым мячам он не просто приплюсовывает еще и результативную передачу. Он проявляет себя как абсолютно разумный и нежадный футболист в этой ситуации. Но если так будет играть Карим Бензема, то ему не придется выпрашивать себе место в основном составе и жаловаться на отсутствие игрового времени. Втроем здесь решили эпизод игроки Реала. Криштиану сделал передачу на Бензема. Пас породистый, пас классный. Ну и пошел по стопам своего португальского коллеги. Французский форвард выкатил мяч на Месута Озила.